Записано. Божие благословение на ваши великие подвиги, дела, свершения, на благо российского народа. Великой, святой, могущественной, процветающей России. Записано. Дружбы всех конфессий, всех наций, всех народов. Для предотвращения ядерной войны, мировой катастрофы. Написано. Прогресса и мира на планете. Мы вам и вашим родным и близким, героям России. От всей души и от всего сердца желаем. Предстоящей, выдающейся, триумфальной. Триумфальной. И самой лучшей в мире, предстоящей победой. На выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина. Записано. Мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем. Петербург, Москву мы все здесь любим. И гордимся мы своей страной. Записано. Восхищаться вечно будем. Записано. Над Невой, Москвой, рекой, горним небом, над Невой, Москвой, рекой. Город Путина Владимира Владимировича. Записано. Людмилы Александровны, Марии Владимировны, Екатерины Владимировны Путиных. Мишустиных Михаила Владимировича, Владлена Владимировна, Александра Михайловича, Алексея Михайловича, Михаила Михайловича Мишустиных. Записано. Дмитрия Анатольевича Медведева, Светланы Владимировны, Ильи Дмитриевича Медведевых. Записано. Сергея Семеновича Собянина, Беглова Александра Дмитриевича, Колокольцева, Бортникова, Шойгу, Герасима, Антону Коношенкова, Пушкина, Блока. И Ахматовой любовь. Записано.
Записано. Город ангелов, пророков, Божьей Матери покров. Город ангелов. Город ангелов, пророков. Дальше. Божьей Матери покров. Записано. Главы всех держав всемирных. Записано. Вам все честь пришли воздать. Да, с великую святою могущественной процветающей России. Записано. Владимира Владимировича Путина. Записано. Мишустина Михаила Владимировича, Дмитрия Анатольевича Медведева, Собянина, Беглова, героями России. Господь Иисус Христос и Божья Мать и Святая Благодать. Прямая линия Владимира Владимировича Путина самая лучшая в мире. Мы уже это записывали. Празднично, торжественно проходит. Да. Владимир Владимирович Путин, президент, любимый, всенародный. Все делает для счастливой, благополучной, комфортной, безопасной, самой лучшей в мире жизни россиян. Да, мы эту информацию уже записывали. Все, спасибо вам огромное. Поздравляем вас. Это победа, триумф, успех России, всего прогрессивного человечества. Огромное вам спасибо, наша Россия. Оставайтесь на линии, я сейчас доигрите это обращение. Обязательно, наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Всем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящаем наши песни, служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе, на страже Родины стоите вы надежно, и предстоящей выдающейся триумфальной победе на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, на выборах 19 сентября на праймерис партии «Единая Россия. Лучшая в мире» мы, Нестеров Метлицкий, дружно и единогласно со всеми россиянами голосовали. И всегда будем голосовать. И всех призываем, всех россиян призываем дружно, единогласно голосовать за предстоящую, триумфальную, выдающуюся, самую лучшую в мире предстоящую победу на выборах президента России 2024 года за Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный, все делает для счастливой и благополучной, безопасной, комфортной, самой лучшей в мире жизни россиян, для укрепления мира на планете, для предотвращения ядерной войны, мировой катастрофы. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века! Поздравляем! Много счастья, здоровья, успеха вам желаем! Прямая линия Владимира Владимировича Путина самая лучшая. Спасибо вам огромное! Ваш вопрос записан. Прекрасно. Поздравляем вас. Всего доброго. До свидания. Огромное вам спасибо. Россия вперед. Спасибо. Благодарим вас. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Поздравляем. Только что нам посчастливилось позвонить на прямую линию к Владимиру Владимировичу Путину.
и попросить Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного, избираться на пост президента России на выборы президента России 2024 года. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века! Мы попросили Владимира Владимировича Путина, президента, мы Нестер Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревовна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Семеровна, Владимир Петр. Мы очень просим Владимировича Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Владимир Владимирович Путин, президент любимый и всенародный, все делает для счастливой, благополучной, самой лучшей в мире жизни россиян. Для укрепления мира, стабильности, дружбы всех народов, всех наций, всех конфессий, с великой, святой, могущественной, процветающей Россией. Для укрепления мира, стабильности на планете, наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Мы поздравляем, мы Нестер Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревовна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Семеровна, Владимир. Мы выступили с исторической, самой лучшей в мире, триумфальной, выдающейся инициативой о выдвижении на пост президента России на выборы 2024 года Владимира Владимировича Путина, уважаемого господина президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина. Документы, выдающийся пакет документов с нашей инициативой о выдвижении на пост президента России на выборы 2024 года Владимира Владимировича Путина, мы, Нестеру Метлицкий, передали во все высшие государственные инстанции, в Госдуму, Совет Федерации, администрацию президента, Центральную избирательную комиссию, правительство, партии «Единая Россия», «Народный фронт», покрупнейшие многомиллионные форумы «Армия-2020», «2021» «Алабино», «Парк Патриот», «Кубинка», «Авиасалон», «Макс Жуковском». Поздравляем вас, нам пришли в Госдуму, Совет Федерации, поздравляем вас, нам, Нестеру Метлицким, пришли замечательные, исторические, выдающиеся, самые лучшие в мире письма со словами прекрасными поддержки нашей инициативы о выдвижении на пост президента России на выборы 2024 года. Владимира Владимировича Путина пришли замечательные письма с поддержкой из Госдумы и Совета Федерации. Это победа, триумф, успех всей России, всего прогрессивного человечества на века. Слава и ура, 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 великая победа России на века. Всем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящаем наши песни, служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе, на страже Родины стоите вы надежно. И предстоящей триумфальной победе на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина на пост президента России на выборы 2024 года и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведя Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича, мы всегда верны, всегда во всем вам доверяться можно. Вы смелые защитники страны, всем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящаем наши песни, служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе, солдат России, слава и отвага, страну родную защитит всегда и верность долгу воинской присяге. Стандарту президенту армии, полка на Красной площади, на марше, на параде, на воинских учениях и в бою, и на груди геройские награды. Солдат России, он всегда в строю, радости звонкие песни в небе звенят над Москвой, Санкт-Петербургом и Москвой. Предстоящая триумфальная победа на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина радостной вестью над окрыленной землей.
Поздравляем, много счастья, здоровья, успеха вам желаем. Божьего благословения на ваши великие подвиги, свершения, победы, триумфы, мировые успехи. На благо великой святой процветающей России, всего российского народа, всего человечества. Слава, ура, 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 великая победа России на века. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Прямая линия Владимира Владимировича Путина празднично, торжественно проходит. Владимир Владимирович Путин, президент любимый всенародный, все делает для счастливой, благополучной, самой лучшей в мире комфортной жизни россиян, для укрепления мира, стабильности, дружбы всех народов, всех стран, всех конфессий, с великой, святой, могущественной, процветающей России, для победы над коронавирусом. Благодаря Владимиру Владимировичу Путину прекращена кровопролитная война между Арменией и Азербайджаном. Мир на планете существует. Удается избежать мировой войны, ядерной катастрофы. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, 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 великая победа России на века. Господь Иисус Христос и Божья Мать и святая благодать. С великой, святой, могущественной, процветающей Россией. Владимир Владимирович Путин, Мишустин Михаил Владимирович, Дмитрий Анатольевич Медведева, Собянина, Беглова, героями армии, ВД, ФСБ, здравоохранения, культуры, искусства, соцзащита, суды российские, выборы России самые лучшие, свободные, демократичные, самые лучшие в мире. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, 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 великая победа России на века. Мы Нестор Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Жевна, Елена Петровна, Ильяне Максим, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Семеновна Владимировна. Мы очень просим вас, Мурзаева Владимировича Путина, избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Прямая линия Владимира Владимировича Путина, самые лучшие в мире, празднично, торжественно проходит. Владимир Владимирович Путин прекрасно отвечает на все самые главные вопросы современной человеческой цивилизации и указывает пути развития всему человечеству на века. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, 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 великая победа России на века. Ура, 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 великая победа России на века. Господь Иисус Христос и Божья Мать и святая благодать, великой и святой, могущественной, процветающей России. Владимиром Владимировичем Путиным, с героями России, победа на века, ура, 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 великая победа России на века. Долгие благая вам лета, долгие благая вам лета, долгие благая вам лета. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века! Поздравляем! Много счастья, здоровья, успехов вам желаем! Владимир Владимирович Путин, президент любимый всенародный, все делает для счастливой, благополучной, самой лучшей в мире жизни россиян, для укрепления мира на планете, для безопасности, мира, сотрудничества всех стран, всех народов с великой, святой, могущественной, процветающей Россией. Наша Россия, наш президент! Вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века!